Привет. Это A Plague Tale: Innocence. Какой огромный город, как мы найдем мамочку? Мы вытащим ее отсюда, Гуга. Так, хватит ворон считать. Подожди. Милли грустная, с ней все будет хорошо. А мы не можем ей помочь? Затем мы и здесь, чтобы помочь ей отомстить. И не дать ей погибнуть. У нас есть малыш и крысы, мы непобедимы. Родрик, ему 5 лет. А у них ведь этот старикан, и он тоже должен управлять крысами, не? Она сейчас должно быть месиво. Я могу же управлять крысами? Могу. А чего он прется за мной? Улучшение, сумка. Так, двойной карман, в который можно поместить 2 снаряда. Да, качаем. Отлично. Уйди. Все, можно бежать. Но я не могу бежать. Значит, можно ползти. Ах, твою же, что такое? Милли, успокойся. Крысы перекрыли самый безопасный вход. Милли, они не хотели, они... У нас нет выбора, придется идти через главные ворота. Только надо быть осторожней. Эй, Милли, подожди. Она злится на меня. Нет, она просто злится. Но... Дай ей немного времени, Гуга. Да, она, наверное, тоже умрет. Она вон сейчас какая злая. Полезет на меч. Ее и замочат. Осторожно. Она убьет его? А можно приказать этому? Ладно. Эй, как думаете, начали уже? Хорошо бы, потому что их тут что-то все больше и больше. Трое рискованно. Лучше зайдем через черный ход. Там может быть заперто, а не уходит. Пора действовать, Лука, за мной. Милли. Ты, главное, не сомневайся, вообще нам тут есть чем заняться. Ладно, пойду обратно. Осторожней там. Вот дерьмо. Их заметят. Эй! Стоять! Я пойду помогу, стой здесь. Надеюсь, у них получится. Она знает город, эти стражники за ней набегаются. Ладно, идем, не будем пускать шанс. Давай, иди мочи его. Ты заплатишь за это. Нормально. Отлично. Не скоро он встанет, уж поверь мне. В смысле, он встанет, ты ему шею сломал, не? Конечно, он не скоро встанет, если он только зомбаком не станет. Тогда-то он и встанет. Многое же изменилось за это время. Колокола имеют витали в соборе. Значит, и мама тоже. Вот ублюдок удивится. Сначала надо найти остальных. Мне кажется, он будет нас ждать. Срась, как хочется самому поглядеть. Самое главное, что Великий Инквизитор избавится от укуса. И то верно. Это крысы, они здесь, под нами. Так это они все разрушили. Ты посмотри на землю. Так, для управления крысами. Они не обращают на меня внимания. Они не слушаются. Это затушить, наверное, надо, не? Ну да. Это было предсказуемо. Все, теперь в атаку. Ты в безопасности, Родрик. Ты уверена? Да, они меня слушаются. Ого. Сразу бы так.
то вечно прятались от них. Осторожно, стража. С налета на убежище детишек мессира, мансьер Виталий не отправил никого на поиски. Странно, капитан всегда был его любимчиком. Мессир изменился после прихода носителя. Да просто другого любимчика себе нашел. Так, камни мне тут пригодятся. О, нифига себе. В атаку. Там лучник. Я не достану. Немного подошел, и она достала. Так, такой фигни надо еще наделать. Она мне явно пригодится. Сейчас-то мне вряд ли надо будет прятаться, скорее наоборот. Постоянно нападать. Иди замочи. Это тоже не скоро встанет, да? Должен был сказать другое. Здесь тоже можно было крыс натравить. Или крыс на того. У него там горит, да? Его палка. Возможно, мне как раз в ту сторону. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Это я взять не могу. Можно затушить. Они вылезут. Да, мне, наверное, туда. Ну, идем. Ему же хватит того скопления крыс. Вот этих еще выпустить можно. В принципе. Зачем тушить? А, его палку-то в любом случае придется тушить. Дуралей. Или мне вообще наверх надо? О, инструменты. Только они мне не пригодятся. Да? Сосуды, инструменты. Ну, давай прокачаем это. Вот это еще можно... Так, благодаря этому она быстрее изготавливает снаряды. Изготавливает. Ну давай. Может пригодиться. Наконец-то лишним не будет. А мне инструменты закончились теперь, да? Я не думаю, что так много смогу прокачать. Ладно, идем. Держись рядом. Иначе тебя слопают. Мастер Витарий смешал кровь парнишки со своей. Я не думал, что такое бывает. Два стражника по одному на каждого. Это противно замыслу Господа. Но тут либо это, либо крысы. Может, конец времен. Но когда ты не знаешь, где добро, где зло. Иди того мочи. Идем. Да почему он кулаком лупасит по шлему? Я не вижу рычага. Этим займусь по твоей команде. Один? А что, хочешь сам этим заняться? Тут очень много крыс. Давай. Он останется с этой стороны? Ходите быстрее. А нет, он пройдет. Чувствуешь, стало теплее. Даже снег растаял. Вот как туман появился, так потеплело, когда из-за укуса земля разрезалась. Так, а нас спалили, между прочим. Ладно, одного минусанули.
Вон там, возможно, крысы есть. Да ты... Вот она, болван. Как она могла промазать? Ладно, этот испугался. О, промазал. Неудачник. Я не могу приказывать этим крысам. Могу. Эй! Ну, она жива, да? Эй, вы там. Я уж и забыл про них. У нас и так теперь отличная команда. Амиция. Вы живы, слушайте, Виталий в соборе. Это все очень хорошо, но к нам приближает целое полчище. Уходите оттуда. Наверное, на лестнице этого дома есть выход с другой стороны. Там, где пожар, мы не можем вернуться вперед, встречаемся на той стороне. Осторожней там. Идемте к дому. Ну, идемте. Тут только камни и горшочки. Зачем они? Хотя, может, это для того, чтобы игру без убийств вообще пройти. Но разве здесь так можно? Думаю, нет. Заперто. Я ее выломаю. Почему-то я так и думал. Вот сволочь, я тебе покажу. А он не сможет, да? Там какие-то стражники, и Родрик в укрытии, Гуга с ними разберется. А почему Гуга сразу? В атаку. Минус, дурачок. Родрик, отступай. А почему он его не стал бить? У него палка светится, да? Сами его сгрызли. Родрик, все хорошо? Напомните мне никогда не злить вас двоих, хорошо? Вот он слабак. План, говоришь? Не томиться так нельзя, мы сгорим заживо. Выламывай, блин. Давай. Мы же здесь не пройдем. Следовательно, это дверь. Я путей-то здесь не вижу. Вот это, по сути, затушить, если только. Ясно. Вот на что расчет был. Осторожней. Иди выламывай. Надо еще этой фигни наделать. Она теперь очень быстро делает. Потолок сейчас обвалится. Успокойся. Гуга, ты же победил капитана Инквизиции. Ты крепкий парень, крепче меня. Но по сути, победил ты не он, а крысы. Никогда не вру. Это, наверное, выход. Значит, все это набираем и идем. Пока только двоих поймали, подозрительная тишь для дня чудес. Тут нет крыс. Но он может его замочить, да. Можешь на меня рассчитывать. Давай посмотрим. Тоже? Да, то же самое сделал. Я думал, он кулаком опять бить начнет.
Может, у него кулак уже болит. Говорили же, посторонних казнят на месте. Это место в карантине и управляется Инквизицией. А мы не больные, взгляните на нас. Мы хотели забрать свои вещи. Пока. Она теперь вообще такая мощная. Убивают на раз-два. О, спасибо, спасибо, благослови вас, Господь. Да, спасибо и удачи вам. Эй, подождите. И они сдохли. Стрелы. Слишком опасно, лучники сразу начнут стрелять. Мы застряли. Ладно. Я не могу их отсюда замочить. Они целятся. Они, видимо, тоже не достают. Хотя им легче. У них-то лук. А не какая-то фигня. Ладно. Будем, наверное, обходной путь искать. Вот это можно толкать, кстати. Тут еще и светится, да? Ладно. Но мы сначала осмотримся. Вот здесь у нас что-то. Цепь. Не стоило, почему? Это место слишком хорошо. Я его знаю. В чем дело, Родрик? Про цепь она сама подсказала. Что там такое? Я бы, может, даже не заметил. Сюда. Ох, нет, я знал. Тут его друзья, что ли, живут? Родрик, что происходит? Куда ты? Идем. Не может быть. Родрик, ничего не осталось. Они сожгли твой дом? Это кузница моего отца. Я здесь вырос. Я здесь. Я понимаю, что ты чувствуешь, но ты еще жив. И твои корни тоже. Никто никогда у тебя этого не отнимет. Ты права, я знаю, кто я. Ладно? Идем, надо спасти твою мать. Моя мамочка самая лучшая, вот увидишь. Мы останемся вместе и найдем другой замок. Договорились? Замок или замок? Наверное, замок. Верстак дают. Но толку мне от него. Инструментов нет, кстати. Все-таки стоило вот это прокачать. Тут мне тоже не хватает инструментов и этой фигни. Кто толкать-то будет? Телега, Родрик, если ты толкать ее до решетки, у нас будет укрытие, за ней Гуга будет в безопасности. Эй, оставь, Амиция, что ты делаешь? Отойдите с братом, толкать буду я. Родрик, давай помогу. Я в порядке, если хочешь помочь, смотри за стражниками. Мне кажется, его подстрелят. Ладно, поехали. Прощай, Родрик, не переживай за меня, парень. Да, он, наверное, получит. А я не могу их замочить. Солдаты, солдат впереди Амиции, займись ими. А вот теперь могу. Ну все, зачем тогда переживать за него? Блин, спереди бежали. Солдаты. Я думал, им еще долго бежать. Ладно, давай. Не надо тут ничего опять брать. А вон там мы были. Мне кажется, нифига не засчиталось. Ладно, второй раз мы туда не пойдем. Просто возьмем, что сможем. Вряд ли его подстрелят, ведь. Если бы они хотели это сделать, тогда я бы его не защищал. И мне не позволили бы стрелять, я бы просто здесь шел и смотрел, как его убивают.
Я пока не достаю. Спереди. Спереди далеко. Далеко. Все, минус. Да блин, ты чего? Она сразу бросила. Вон, вон он. Что за бред? Как? Я же прятался. Круто. Круто. Вернулся к контрольной точке. Как так-то? Реально бред. Теперь полчаса смотреть на эту сцену. Почему это нельзя пропустить? Почему нельзя было после этого сохранить? А вот почему? Вот здесь бы сделали сохранение. Типа, я же прятался, как? Совсем обалдели. Конечно, зачем за него переживать? Его-то не убивали. А вот ее уже два раза мочили. Сдохните, козлы. Меня не замочит? Бросьте Легу. То есть, если я убиваю лучников, они опять прибегают. Он в любом случае, наверное, умрет. Ясно. То есть нет смысла их убивать. Сейчас ее подстрелят. Я в лестнице. Давайте быстрее. Их еще больше. Не подходите. Не играй, Родрик. Мне надо отдохнуть. Почему из него стрелы не торчат? Давай в укрытие. Одна торчит. Мы на месте. Не стой столбом. Давай же быстрее. Уже получше, я вас догоню. Хорошо. Он умрет, а? Скорее всего, мы сейчас перелезем. И прибегут еще эти люди. Твой черед. А почему те не помогают? С другой стороны, они же так же могут держать. Ну? Нет. Мы тебя вытащим. Простите меня. Простите меня. Гуго, идем, нам нужно идти. Я не верю, не может такого быть. Милли, пожалуйста. Нет, я заставлю этих мразей заплатить за все. Главное сейчас выжить и держаться вместе. За это и отдали своей жизни Родрик и Артур. Отвали. Права, Милли. Все, его пора опускать. Он тяжелый, Родрик. Его больше нет, Гуго, он обрел покой.
Хватит с меня этих проклятых крыс, мрази. Но они проведут нас. Да что ты говоришь, и как же? Вот так. Как ты? Ого, так это взаправду? Гуго, скажи, что ты поможешь нам убить этих ублюдков. Мели, без твоего брата у нас нет ни единого шанса. Амиция, ты же это понимаешь. Я помогу тебе, а ты поможешь нам спасти мамочку. Договорились. Договорились. Они вообще сюда без оружия пошли. Вот этот вот мелкий школьник, который второй. Чем он вообще помогает? Тут нет крыс. А иди-ка сюда. Здесь-то они точно есть. Он еще под конец стал выпендриваться. Это еще не конец, все такое. Сегодня определенно не его день. О, инструменты. Скраб. Ну, давай прокачаем, почему бы и нет. Самое время. Not bad. Not bad at all. Сейчас это самая бесполезная вещь. Потому что вряд ли я еще что-то успею прокачать. В конце наверняка тоже босс будет. Или нет, я не знаю. Но было бы неплохо подраться с этим дедом как-нибудь. Или он будет натравливать опять своих солдат. А мы будем их мочить крысами. Посмотрим. В любом случае будет прикольно. Круто. Круто. Да-да. Она погибла, я знаю. Мне нужно все заново собирать, да? Так. Лучник глупый. Дальше свет. Блин, а как это затушить-то? Вот. Отлично. Дед их не защищает. Может, у него и нет суперсил. Просто придем, ударим его камнем по голове и победим. На месте. Виталий, Амиция, он собирается сделать что-то очень плохое. Я чувствую. Плохое? Что именно? Вы меня простите, конечно, мы здесь, чтобы его прирезать, так что какая разница? Он скоро начинает. Ладно, думаю, на это можно закончить. Пока. Я